снимать лучше потом, потому что здесь вы увидите, как это все. Нет, снимаю, чтобы пока темно не было, сейчас именно там. Снимаю. Вот Жанна рулит, и с нами великолепный пилот, похитивший двух женщин сразу, без спросу их мужей. Здесь я, здесь Стелинка. Да, привет. Жанна рулит, она серьезная, она задавать вопросы не может, поэтому эта функция на мне. Вова, скажи, пожалуйста, сколько лет ты уже летаешь? О, слушай, уже будет 10 лет. Слушай. 10 лет, ничего себе. Ты здесь это в Америке начинал, да? Да, ну лично. Что сподвигло тебя? Летать захотел, как там пилот. Я его на бочку с порохом посадил. Я лечу на воздушном шаре. Шай полетаю. Высоко, облака. Нет, здесь просто это все просто. Это все легко. Доступно и... Доступно, легко, и система очень. Да, как будто вы сдаешь на права на машину, да? Это его хобби. Да, сдаешь на права. И, типа, как на машину, да? Как на машину. Просто. Очень интересно. Можно куда-то попасть быстрее гораздо, чем на машину. Как я говорила, зачем тебе, меня спрашивают, зачем тебе права? Я говорю, это моя еще одна степень свободы, даже когда у меня машины еще не было. Так вот, у тебя еще одна степень свободы, куда выше? А теперь на яхте надо научиться. Капитанские права тоже еще надо. На яхте и на мотоцикле. Ага. А я свой экспириенс в небе начинала с парашютных прыжков. Жанна, что-то у нас трафик начинается, вот блин. Ну ничего, думаю... Не гони, там все равно трафик. Ну что, будем тогда дольше разговаривать чуть-чуть. Так вот, мой экспириенс начинался с прыжков с парашютом. Я прыгала первый раз 1000 метров, классический прыжок. Сейчас я сама себя покажу, какая я классная. Да. Да, я прыгала с парашютом 1000 метров, прыжок классический, одна. Это было довольно давно. Ну, когда с бойфрендом broke up, то, ну, типа, нечего терять. Надо пошла чего-то сделать сумасшедшее в жизни. И я сделала, и я прыгнула. Это было круто. Чтобы свет хорошо падал. Да, падает. Да. Вот Жанну хорошо. Нет, не меня, а себя. Себя снимать. Да. Так вот. А второй раз я была в Италии. И у меня был следующий этап в жизни. Я решила так. А теперь надо еще одну заветную мечту осуществить. И я прыгнула с высоты 4000 метров. Настоящей инструкторшей. Она вообще пожарная. Без парашюта, что ли? Нет, она пожарная. Да, свободное падение с 4 километра мы прыгали. Ну, вы маньяки, скажу я вам. Да, ну такая интересная, это была пожарная барышня такая. Тут тоже это можно? Итальянка. Тоже. Да, да, есть такое, тандем желание. Ну, так вышло, что я в Италии прыгала. Вот, потому что там друг есть, который сам пилот этот. Я тебе рассказывала, Вова. Это тот, который приедет? Да, который приедет в гости. Это классно. А он там на сколько приедет? Недели на две, на три. Это итальяшка? Да, итальяшка. Он кум наш. Прошу любить и жаловать. Как его звали? Эудженио. Ой, как? Женя. А, Женя. Давай Джорджи его будем называть. Что это? Не, он не Джордж. Джордж это Юрий. А он Женя. Дайте короткое, чтобы мы запомнили. Короче говоря, он же настоящий пилот итальянской армии, вертолета, истребителя «Мангуста». И он тоже прыгун. Папа его прыгун. Они там все такие спортсмены парашютного спорта. Все кузнечики. Вот. Ну и, короче, Стивен ему доверяют. Типа, ладно, хорошо. Доверяю тебе мою жену. Поведи ее прыгать. Он меня повел прыгать. Ребята, такой кайф я получила, невероятный. У меня видео даже есть. Вы специально заплатили отдельному прыгуну. Да, и да, он прыгал, и нас снимал отдельно с этой камерой GoPro. Это экспириенс на всю жизнь. Прыгнула и хватит. Достаточно. Один раз и все. Да. Ну вот. Вова, а ты прыгал? Начинается посадка в самолет. Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна. Вот. Сейчас полетим. Солнышко уже село, был страшный трафик, и поэтому мы немножко опоздали. А так, я надеюсь, мы успеем еще